Ну что же, дорогие друзья, с вами я, Дарья Мозговая, автор проекта Smart Birdies, театрал и театровед. И я с удовольствием приглашаю вас на свой прямой эфир, в котором сегодня расскажу вам о своем любимом театре, о величайшем вообще, мне кажется, творении архитектуры и вообще театрального искусства, что есть в нашей стране, о Большом театре. Я признаюсь ему в любви, я его обожаю и очень надеюсь, что вы разделите мои к нему нежные чувства и сегодня, и в дальнейшем. Мы в конце обязательно поговорим о тех постановках, которые там можно увидеть сегодня. На самом деле, я думаю, что ни для кого не станет секретом и не будет удивлением то, что Большой театр — это, конечно же, бренд номер один в России, это театр номер один в России, и он известен по всему миру как один из величайших театров, и великий. Он является символом нашей страны, и это, конечно, очень и очень отрадно, и это большая гордость, вот он сегодня перед вами. И я его, честно говоря, очень люблю, и не так давно буквально мне удалось попасть туда непосредственно на экскурсию внутрь, посмотреть репетиционный процесс, походить по этажам, заглянуть туда, куда никто не заглядывал, и я с удовольствием сейчас поделюсь с вами своими открытиями после того посещения, и настоятельно призываю вас, если вы будете в Москве, у вас будет возможность посмотреть изнутри, не только сходить на прекрасные постановки, да, но и посмотреть, что еще из себя представляет Большой театр. Как я говорила, Большой театр настолько велик и настолько известен, что, собственно говоря, тюльпаны, которыми высажены клумбы перед Большим театром, носят название Большой театр. Есть еще один сорт не менее прекрасных тюльпанов — Галина Уланова. Все, значит, посвящено тому великому театральному действу, которое дарит нам ту радость, которую дарит нам Большой театр. И, собственно говоря, я сегодня вам коротко расскажу, ну, по возможности, об истории этого замечательного здания. Мы поговорим о тех величайших артистах, которые там выступали. Ну и, конечно же, расскажу вам о том, что там стоит посмотреть в ближайшее время, из того, что, в общем, я точно знаю, там еще идет. Если мы будем говорить про историю Большого театра, то, конечно же, стоит начать с вот этого прекрасного человека, зовут его Майкл Мэддокс, он британец, который долгое время прожил в России. На самом деле история Большого театра начинается в 1776 году, когда императрица Екатерина II даровала князю Петру Урусову привилегию на содержание, собственно говоря, маскарадов, балов и прочих увеселительных мероприятий. Князь Урусов очень любил театры, происходило в Москве, он очень любил театры, давал различные, в общем, у него был собственный театр, и он выбирает очень интересное для, по тем временам, место для строительства нового театра, а именно на берегу реки Неглинка, на болотах, в общем, рядом с Петровской площадью. И, собственно говоря, начинается строить театр. И вообще москвичи это место не очень сильно любили, потому что поговаривали, что во время эпидемии чумы там появился какой-то мошенник, который называл себя доктором, и грабил потерпевших и, соответственно, больных людей. И когда, значит, об этом было узнано, его сбросили там же, на этих болотах, и вот теперь там неожиданно князь Урусов начинает строить театр. Но, тем не менее, он начинает его строить, и буквально за пару месяцев до открытия, собственно говоря, театра он сгорает, и жители еще больше говорят, что ай-яй-яй, это все, значит, бродит бедный дух, но за дело берется как раз Майкл Мэддокс, который был талантливым предпринимателем, достаточно состоятельным меценатом в тот момент, и он решается этот театр достраивать. И он его достраивает, и он открывается, и тут становится понятно, что это, в общем, самое прекрасное, самое такое место притяжения всей московской знати того периода, и все стремятся туда попасть. Ну, чтобы вы понимали, в тот момент театр — это было искусство элитарное, доступное далеко не всем. И, собственно говоря, в театр Мэддокса можно было попасть в ложу первого ряда за 21 рубль 30 копеек. А по тем временам на эти деньги состоятельный гражданин мог купить себе хорошее демисезонное пальто. Если мы говорим о рядах каких-то подальше и повыше, они стоили, конечно, дороже, это было где-то в районе 3 рублей 66 копеек, но, тем не менее, это была подушная подать крестьянина за несколько лет. То есть, в общем, дорого,
Но зато, как я уже сказала, самое что ни на есть привлекательное модное место для московской знати. Вообще история Большого театра насчитывает целых 4 крупных пожара. Первый, как я уже сказала, состоялся буквально не дожидаясь его открытия. А второй состоялся в 1805 году. Практически дотла сгорел театр, и, собственно говоря, его не успели восстановить, как случился 1812 год. И вот то, что успели восстановить к тому моменту, сожгли заново, перед тем, как все покинули Москву, и чтобы ничего не досталось французским войскам, которые тогда туда вошли. И, собственно говоря, к тому моменту и Медекс уже, в общем, был разорен, и театр, так скажем, переходит на баланс уже императорского дворца. И начинает, проходит такой конкурс на строительство, который выигрывает Осип Баве в 1825 году. Открывается новое здание. И, собственно говоря, именно Осипу Баве мы обязаны вот этой вот прекрасной колоннадой, которая встречает нас, когда мы первый раз смотрим на театр. И он все вот это вот прекрасное действие сделал. Интересно, что в 1825 году, я забыла вам показывать фотографию, увлеклась своим рассказом. Сейчас, секундочку. Да. Вот, собственно говоря, Осип Баве делает новый театр, и в 1825 году он открывается прологом, который называется «Торжество муз». Торжество муз на музыку Алябьева и Верстовского. И это очень интересное произведение, потому что оно рассказывает о гении России, то есть гений России там выступает как главный герой, главное лицо, которое вместе с музами расчудесными, распрекрасными, собственно говоря, объединяется для того, чтобы поднять из пепелища, в прямом смысле слова, поскольку, как мы помним, театр был сожжен, из пепелища поднять творчество и культуру России. Вот такая была великолепная задумка. Одновременно с этим, как мы знаем, что Большой театр располагается на театральной площади, и театральная площадь так не просто называется, потому что недалеко там есть, помимо новой сцены Большого театра, еще и театр РАМТ, молодежный, драматический, про него как-нибудь отдельно поговорим, но я его тоже вам настоятельно рекомендую для посещения, и там же Малый театр. Малый театр на самом деле тоже назывался Петровским, он был построен приблизительно в то же время, что и восстановленный в 1825 году Большой театр, и даже эти два театра начинают работать вместе, параллельно, и артисты могут передвигаться из одного театра в другой, даже по подземному ходу, чтобы, в общем, все это было, и поскольку оба театра тогда назывались Петровские, но в конечном итоге как раз тогда и появляется вот это вот название Малый Большой, да, что тот театр, который у нас бывший дом Варгина, он становится Малым театром, а Большой превращается в Большой. Но, к сожалению, наступает следующий грандиозный пожар в Большом театре. Он происходит в 1856 году, прямо во время представления, которое тогда шло, Руслан и Людмила. И пожар длится целых 3 дня и сгорает практически до основания театра. И все, что остается от театра, это остается только вот эта вот прекрасная колоннада, созданная Осипом Баве. И тогда начинается новое строительство и новая реконструкция Большого театра, которую поручают на этот раз Альберту Кавосу, который, собственно говоря, спроектировал и Мариинский театр в том числе. И, собственно говоря, его называют гением, потому что он совершает своеобразную революцию в проектировании и строительстве, вот, собственно говоря, портрет этого замечательного человека, и он делает новый зал Большого театра. И вот здесь, вот, мне кажется, это не очень понятно, но на самом деле он придумывает, как сделать его в форме скрипки. И он использует резонансную ель в отделке, собственно говоря, зала, и получается совершенно просто невероятная и чудеснейшая акустика в этом зале. И именно после этого наступает так называемая эра великих опер в Большом театре, потому что на сцену Большого театра для создания своих великих шедевров, да, приглашаются величайшие композиторы, и, собственно говоря, там звучат оперы и Глинки, и Верди,
и Чайковского, и именно для Большого театра Петр Ильич Чайковский, которого мы сейчас все знаем как гения гениев, не побоюсь этого слова, начинает писать музыку для балета и решает поставить именно там, в Большом театре, балет «Лебединое озеро». И именно этот балет мы сегодня знаем как, ну, прям что-то невероятное. Это тоже один из символов России. Это величайшая музыка. Это один из самых распространенных сюжетов для балета во всем мире. Это визитная карточка и Большого театра, и Мариинского театра, и вообще русских театров, и десятки величайших хореографов со всего мира берут этот сюжет за основу своих прекрасных творений. Однако вообще писать музыку для балета в XIX веке было очень и очень непрестижно, и многие композиторы даже за это не брались. И в своем письме римскому Корсакову Чайковский пишет такие слова: «Пишу музыку к балету «Озеро лебедей». Я взялся за этот труд отчасти ради денег, в которых я нуждаюсь, отчасти потому, что давно хотел попробовать себя в этом роде музыки». И это Чайковский написал в 1875 году. И на самом деле за создание этой прекрасной музыки он получил 800 рублей, что было в среднем в два раза больше, чем оплачиваемый тогда труд композитора. Но, я думаю, многие из вас знают, я вам сейчас покажу прекрасную фотографию с историческим костюмом к «Лебединому озеру». «Лебединое озеро» — это, в общем, конечно, тема дополнительного эфира, а может быть, даже какого-то более масштабного изучения. Балет с треском провалился. Он был поставлен в 80-х годов, он с треском провалился. Как раз в Большом театре Вацлав Райзингер, чешский хореограф, придумал хореографию, и это было фиаско и катастрофа. Он придумал костюмы лебедей, которые были не вот это вот прекрасное, хоть и, в общем, видно, что женщина прошлого века, прекрасная балерина, которая держит вот так вот красиво руки. Собственно говоря, все было совершенно по-другому. Вместо нежных рук, которые мы видим в этом балете, и вспоминаем прекрасный образ Майи Плисецкой, например, да, как она танцует свою великолепную партию, у них были сделаны крылья настоящие из перьев на палках, и в рецензиях к этому балету было написано, что это совершенно женщины разной комплекции, разных возрастов стоят на сцене в непонятных костюмах лебедей, и как хорошо, что в конце балета все умерли, утонули в озере эти лебеди. В общем, это была настоящая катастрофа, и по большому счету для Чайковского это была трагедия, потому что музыка Чайковского как была и остается великой, но тем не менее он о ней писал, что чистая дрянь, вспоминать о ней без стыда не могу. Надо еще сказать, что, в общем, не каждая балерина согласилась в конечном итоге участвовать в этом балете. И, в общем, первый показ в Большом театре был совершенно провальный. Слава Богу, потом уже после смерти композитора решено было дать концерт с его музыкой. Они еще раз переслушали балет «Лебединое озеро», а потом они еще раз его переслушали. В конечном итоге Мариус Петипа и Лев Иванов преобразили, если так можно сказать, да, хореографию, и, собственно говоря, классическая хореография, классический балет «Лебединое озеро», который мы все, я уверена, знаем, это уже постановка Петипа и Иванова, и вот она-то как раз уже стала визитной карточкой и совершенно невероятный блистательный шедевр, которым мы все с удовольствием наслаждаемся. Но, тем не менее, как говорится, в Большом театре есть те балерины, которые танцуют на сцене, и с огромной любовью и пиететом люстру Большого театра тоже называют наша балерина. Это делала прекрасный экскурсовод, который нас водила на экскурсии. И в 1893 году эту люстру, я вам сейчас ее тоже покажу поближе, она становится с электрическим освещением.
она электрофизует, и эта люстра весит 2 тонны, в ней 24 тысячи хрустальных элементов, и она около 6,5 метров в диаметре. Это настоящая такая большому театру, большая люстра, и раз в год ее спускают, ее моют, и каждый из этих хрустальных элементов обязательно каждый вот вручную обрабатывают, и мне кажется, каждый раз перед началом сезона в новостях можно посмотреть на канале Москва-24, как это все происходит, и это, конечно, все совершенно невероятно. Отдельно, когда мы смотрим на потолок в Большом театре, смотрим на эту великолепную, потрясающую люстру, в глаза бросается оформление плафона. С оформлением плафона тоже связано несколько интересных курьезов, в том числе там изображены музы. Но вместо музы, которая зовется муза полигимния, которая муза всех величественных и прекрасных гимнов в Древней Греции была, этой музы там нет, и вместо нее там существует никому неизвестная и не очень понятная, что она забыла в театре оперы и балета, муза живописи. Но надо сказать, что муза живописи там неспроста, и именно в тот момент, когда она там появилась, когда, значит, ее там обнаружили, появилась такая профессия в Большом театре, очень востребованная нынче, и вообще очень сложно себе сейчас представить и Большой театр, и любой другой театр без такого важного человека, как художник-постановщик. И надо отметить, что Большой театр как раз славится тем, что там долгое время проработал один из моих любимейших художников, величайший русский импрессионист Константин Король. Его позвал туда работать один из выдающихся директоров императорских театров, Владимир Теликовский, который, собственно говоря, отвечал за администрирование, да, императорских театров и стал последним директором именно императорских театров уже после революции. Это совершенно по-другому называлось, это совсем другая история. И как раз вот Теликовский, про него так немножечко посмеивались и говорили, что дело опасное руководить театрами императорскими, потому что вообще-то он был полковник. Настоящий полковник, прекрасный мужчина, очень красивый и талантливый, но помимо того, что он был полковник, он был прекрасный управленец. Помимо того, что он позвал туда работать как художника-постановщика Константина Коровина, который сделал прекрасные декорации, хоть несмотря на то, что труппа изначально была против. И даже если почитать про байки и легенды Большого театра, можно узнать, что маляры, он рисовал какие-то наброски, да, делал это, и они не сохли. Краска никак не сохла, и он не мог понять, что с этим делать, и в конечном итоге ему пришлось анонимная записка на корявом русском языке, где было написано, что краска не сохнет, потому что добавляют соль в краске. И тогда, опять-таки, если верить легендам и байкам Большого театра, Коровин купил себе большой револьвер и ходил, значит, с кобурой этим револьвером грозно по Большому театру, и после этого диверсии в его адрес прекратились. Но оставим на секундочку Константина Коровина и его работу в Большом театре, вернемся к Владимиру Теликовскому, потому что именно Владимир Теликовский решил, что Большому театру обязательно нужен новый бас. И решает переманить из частного оперного театра Мамонтова в труппу Большого театра Фёдора Шаляпина. Надо сказать, что поскольку Фёдор работал в частной опере в тот момент, у него была неимоверная по тем временам зарплата в 9000 рублей в год, но тем не менее Владимир прям был точно уверен, что им нужно, и опять-таки, если мы вернемся к байкам и легендам, говорят, что он позвал в ресторан Фёдора Шаляпина и очень активно начал его спаивать. А как вы помните, Фёдор Шаляпин был мужчина достаточно крупный, статный. Давайте вспомним, как он изображен на знаменитом портрете Бориса Кустодиева. Такой прекрасный мужчина. В общем, выпили они очень и очень и очень много. И опять-таки, по воспоминаниям Шаляпина, он активно, извините, изображал из себя сильно пьяного, чтобы хоть как-то, в общем, оправдаться потом перед Савой Мамонтовым на предмет того, что он как бы
подписал в итоге вот этот вот контракт. Но Мамонтов его простил, а Федор Шаляпин стал звездой Большого театра. В своем дневнике Теликовский по этому поводу пишет: «Мы не Баса пригласили, а особенно выдающегося артиста, и взяли еще на корню. Он еще покажет Кузькину мать». Это было в 1898 году. И, собственно говоря, Теликовский был прав как никогда, потому что Шаляпин показал всему миру в хорошем смысле Кузькину мать и стал одним из выдающихся басов и артистов во всем мире мировой известности. Обычно, когда мы говорим про Дягилева и его русские сезоны, мы вспоминаем, естественно, балет, но, помимо всего этого прочего, Шаляпин тоже отправляется в Европу, и там он тоже производит фурор, и его называют величайшим басом всех времен и народов, и этот величайший бас усилиями Теликовского работает в Большом театре. Еще, если мы говорим про какие-то суперфамилии, какие-то невероятные истории, которые повлияли вообще на развитие не только русской, но и мировой культуры, нужно вспомнить о Рахманинове, который всего два сезона проработал дирижером в Большом театре, однако за эти два сезона он совершил революцию и перенес дирижерское место туда, где мы его сейчас видим, потому что до этого обычно режиссеры стояли где-то за сценом, за кулисами, за сценой, их было не видно, они сами ничего не видели толком, и именно Рахманинов сказал, что нет, так дело не годится, я должен видеть и оркестр, и артистов, видеть, что происходит на сцене, и вообще режиссер, дирижер, это сейчас и сейчас, и тогда, на самом деле, это самый главный персонаж, самый главный герой, самый главный человек в тот момент, когда происходит действие. Когда мы были на экскурсии, нам очень много рассказывали о том, какие разные дирижеры бывают, и дирижеры — это вообще самое почетное, что может быть в работе балета или оперы. Если вы посмотрите, например, да, любая постановка, которую мы смотрим, обычно, если мы смотрим что-то в записи, да, или мы смотрим какие-то архивные записи, там говорится, что это постановка такого-то года в таком-то театре, дирижер такой-то, такой-то. Именно потому что дирижер задает тон. Именно потому что дирижер может или чуть-чуть замедлить музыку, или чуть-чуть убыстрить музыку, и тогда создается ощущение, что ну, безусловно, артисты великолепные, да, все танцуют балет, но под них только дирижер может сделать так, чтобы музыка играла именно в том темпе, в том ключе, где-то тоньше, где-то чуть громче, где-то быстрее, где-то медленнее, чтобы вот держать всю вот эту вот гармонию спектакля вместе. И продолжая историю про Большой театр, в 1917 году в феврале дается последнее выступление именно как императорского Большого театра, после этого он становится государственным Большим театром. На самом деле ходили такие различные требования и претензии со стороны партии, чтобы закрыть эту большую шарманку, как они ее называли, потому что было очень дорого ее содержание. И в тот момент, кстати, уже требовалось опять реконструировать Большой театр, потому что высохла река Неглинка, которую заперли в трубу, и там начали прогнивать основания деревянные, надо было, в общем, проносить ремонт. Но надо большое спасибо сказать Анатолию Луначарскому, который на все вот эти вот инсинуации в адрес Большого театра говорил, что я противник того, чтобы закрывать Большой театр, потому что за ним огромное будущее. И он был абсолютно прав. Действительно, за Большим театром, как мы видим сейчас, было в том числе и будущее русской культуры, наше с вами настоящее, и немного наше с вами прошлое. И я все еще верю, что за Большим театром, безусловно, будущее мирового, в том числе и русского, конечно же, балета и оперы. И в 1920 году начинается новая реконструкция, и, к сожалению, пришлось заменить деревянные основания на бетонные плиты, и за счет этого немножечко потерял зал в акустике, но потом это все, когда уже была последняя реконструкция с 2005 по 2011 год, если я не ошибаюсь, когда вот сделали 6 этажей вниз и 9 этажей наверх, и вот Большой театр предстал перед нами в том виде, в котором мы видим его сейчас. Конечно же, это просто величайшее создание с точки зрения еще инженерной мысли. Но вернемся к 20 веку.
В конечном итоге продолжил работу свой большой государственный театр, потому что Иосиф Виссарионович Сталин заинтересовался большой оперой. Тем не менее, он сказал, что оперы западных композиторов ставиться на сцене Большого театра не должны. И этот период, когда звучат оперы Астафьева, Глиера и Шостаковича на сцене Большого театра. Надо еще отдать должное, отметить, что во время Советского Союза Большой театр часто использовался для массовых партийных мероприятий, там проходили различные съезды, заседания комитетов и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, вот в 30-е годы там возобновляют оперы с легкой руки Иосифа Виссарионовича и оперы русских композиторов. Во время войны практически весь состав театра уезжает вместе с театром в Куйбышев. Буквально в апреле 41 года театр закрывает на реконструкцию, через два месяца начинается Великая Отечественная война, и театр отправляется в эвакуацию в город Куйбышев, и там, конечно же, артисты Большого театра дают более 1000 концертов полевых для военных русских. И, собственно говоря, помогают и с костюмами, отшивают, и стирают, и, в общем, активно поддерживают советскую армию. И, собственно говоря, в годы войны к коллективу Большого театра присоединяются Плесецкая, Уланова, Стручкова и Лавровский. И можно сказать, что именно после войны начинается уже новая эра советского балета. И про балет 20 века можно говорить очень и очень долго. Это, безусловно, рассвет, а такое, причем величайшее, да, для балетного мира период времени, потому что когда во времена Холодной войны мы ездили на гастроли, и один из первых балетов, который мы там дали, это был балет «Ромео и Джульетта», и по воспоминаниям современников Галину Уланову в Лондоне вызывали 43 вызова на сцену и более 45 минут стоящих оваций. И вообще люди, чтобы попасть на гастроли Большого театра, на гастроли их балета, несколько дней сидели в очередях с термосами и с бутербродами под дверьми касс, чтобы туда попасть. И это на самом деле удивительно и прекрасно, потому что, опять-таки, как рассказывали очевидцы, те люди, которые, в общем, там выступали, что после первого отделения была такая звенящая тишина, как, знаете, вот замерло все перед бурей, а потом случились вот эти вот невероятные овации, люди сидели везде в проходах, на спинках они стояли, они свисали из лож, в общем, такое было невероятный такой был ажиотаж. Я, кажется, давно вам не показывала никаких интересных фотографий. А, ну да. Собственно говоря, на этом они почти закончились. Единственное, говоря про балет, не могу не отметить вот этого прекрасного человека. Это художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев. И он строгий очень судья всего кардебалета. Как нам рассказывали на экскурсии, кардебалет — это вообще одна из самых-самых сложных задач и профессий, потому что если мы говорим про приму или про премьера, то там все более-менее понятно. Вот они танцуют свои партии, а если мы говорим про кардебалет, то они должны быть максимально синхронно сами, они должны улавливать все движения брови дирижера, и это вообще бесконечно сложно, и вот господин Вазиев очень и очень и очень строгий судья. И рассказывает массу историй о том, как он, в общем, может очень часто критиковать и ругать своих артистов кардебалета, но когда, значит, он сидит весь на супе в брови, собирается их уже ругать, а в это время сидит кто-то рядом, кто смотрит на это величайшее действие, например, там, на репетицию балета «Щелкунчик», и начинает рыдать, его сердце немножечко смягчается, и он уже не так сильно строжит своих прекрасных артистов кардебалета. Однако надо отдать должное, что он строг, но справедлив, и сегодня, по сей день, труппа Большого театра является максимально
техничной, максимально прекрасной, максимально великой, известной во всем мире, и сложно представить себе какой-то другой кардебалет, который будет так четко и слаженно работать. Позволю себе сказать, что я достаточно часто хожу на балеты и в Мариинский, и в Михайловский, и в Немировича Данченко, и в Большой, и, в общем, смотрю записи балетов, которые мировые. И вынуждена отметить, что далеко не во всех наших, даже отечественных театрах и европейских тоже такой высочайший уровень вообще балетного мастерства, как у артистов Большого, за что еще большое им прибольшое спасибо. Продолжая рассказывать про конец уже, да, 20 века в мире балета, нельзя не отметить имя Юрия Григоровича, который поставил балет «Спартак», который до сих пор очень успешно идет на сцене Большого театра, и он именно знаменован тем, что это мужской балет. Про величайших русских балерин, Уланову, Павлову, не знаю, Плесецкую мы, конечно же, все знаем, но именно благодаря Григоровичу он поставил мужской балет, прекрасный на музыку Хачатуряна, где очень сильно проявляются именно партии премьеров, да, и, собственно говоря, Лиепа, Лавровский, Васильев – это те прекрасные артисты, которые тоже вошли в историю Большого театра как величайшие премьеры. Вот, и сегодня Большой театр – это, конечно же, ну, это, конечно же, мне кажется, просто обязательно для посещения хотя бы один раз в жизни всех любителей оперы и балета, и я больше чем уверена, что для многих театров, которые приезжают летом, когда Большой театр официально закрыт сезон, на каникулах, приезжают выступать на сцене Большого театра, будь то это, не знаю, вот я ходила на оперу «Дон Жуан» в Красноярский театр оперы и балета, они давали свой премьерный спектакль, или же там театр Якобсона давали балеты, это величайшая честь и огромнейшая заслуга. Ну, мне кажется, это вот прийти можно к успеху, если ты когда-нибудь танцевал или пел на сцене Большого театра. От себя лично я должна сказать, что побывав там внутри не только как зритель, но и вот как человек, посетивший экскурсию, и походив по этажам, и пообщавшись с людьми, которые там работают, это, конечно же, ну, в хорошем смысле слова такая секта. То есть, когда ты попадаешь в Большой театр, ты, ну, ты пропадаешь там. Уже невозможно работать ни в каком другом месте, потому что ты уже, когда бы ты ни был, работал в Большом театре, это, конечно же, такая огромная, я не могу назвать это словом машина, да, это огромная такая институция, которая, в общем, полностью тебя поглощает, и ты отдаешь всего себя тому, что ты работаешь в месте, которое называется номер один в оперно-театральном мире. Вот, я обещала вам еще рассказать про... Сейчас я верну красивую заставку. Я обещала вам рассказать про то, куда стоит, на что стоит сходить или что стоит посмотреть в Большом театре. Там, конечно, очень большой выбор есть, и классические постановки, и более современные. К сожалению, сейчас не изменилась немножечко и труппа Большого театра балетная, да, и немножечко поменялся состав авторов, которые работают над балетами. Но если мы говорим про классический балет, то, безусловно, и «Щелкунчик», и «Лебединое озеро», и «Драгоценности». Если удастся еще посмотреть это все, когда в составе будет Светлана Захарова, это нынешняя прима, которая, к сожалению, уже достаточно взрослая, и вот и уже может, я надеюсь, не скоро, но тем не менее, да, думать о том, чтобы покинуть сцену, но и Светлана Захарова, и Мария Виноградова – это бесконечно прекрасные примы-балерины. Увидеть их на сцене – это огромное счастье, я вам настоятельно рекомендую это сделать. И восхитительный совершенно балет Ратманского «Ромео и Джульетта» тоже идет на сцене Большого театра, и есть такие современные балеты в хореографии Эдварда Клуга – это «Мастер и Маргарита», да, или «Чайка» Посохова. Я надеюсь, она еще тоже останется в репертуаре. Она взяла «Золотую маску» в прошлом году. И это просто величайшее зрелище. Я вам очень и очень рекомендую. По большому счету, в последнее время Большой театр уже не так сильно экспериментирует с какими-то новыми формами. И там достаточно все постановки были классические.
Вот, поэтому можно смело идти на любой спектакль и получить массу и массу удовольствия. И если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Так, я пока вопросов не вижу. У меня, к сожалению, закончился свет. Даже не знаю, как сделать, может быть... А, нет, так тоже нехорошо. Ну, раз вопросов у вас нет, я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на сегодняшнем прямом эфире. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Если они появятся, пишите их в комментариях или мне в директ. Вот, вижу, спасибо большущее. Я очень рада, что вам понравилось. Буду рада нашим новым встречам. Если есть у вас какие-то вопросы или пожелания, смело их пишите в комментариях или в директ. Я желаю всем прекрасного вечера и надеюсь, что мы скоро увидимся.